МТС сегодня завершают работы по восстановлению мобильной связи. В деревнях и селах ее не было практически 3 дня. Всему виной обновленное программное обеспечение на базовых станциях. Сейчас проблемы со связью сохраняются в Бугрино и Коткино. Сбой в системе произошел в том числе из-за низких температур воздуха. Замерзли передающие антенны, не работал сигнал, по которому включается их подогрев. В итоге без мобильной связи на 3 дня остались почти все населенные пункты Ненецкого округа. Неудобства могли почувствовать и абоненты НРИНМАРа. Сразу после аварийной ситуации комитет по информатизации провел оперативное совещание со специалистами архангельского филиала МТС. Восстановлением связи сейчас занимаются представители сотового оператора и производители нового оборудования. Программное обеспечение адаптировали под работу в условиях низких температур. Сегодня специалисты завершают налаживать связь в поселке Бугрино и селе Коткино.